То ли Белая гвардия, то ли Белые ходоки. Вот и белая Света, глаза ее велики, Света супергерой. И скафандр на ней Света, и со временем уходит она на перегонки. Ворвалась в палату тонкая, как стрела, как сегодня дела. Заменяет капельницы и белье. Ты в натуре ангел? Кто-то спрашивает у нее. Она говорит: космонавт. Свету страшно бесит про ангелов и про Бога. Мол, таких они здесь спасают, каких бы он ни спас. И вообще. И вообще они не герои. Это просто работа. Ну и что, что никогда не поесть, не поспать. Ей бежать еще к 10, ей спасать 10 жизней надо, уже урчит в животе. И в ушах звенит. Из окна видно землю. Окно ей иллюминатор. И глаза у Светы, как две планеты Земли. Потому когда входит Света в палату Яны, где лежит она вся в мерцании и в проводах, то у Светы в глазах просыпаются океаны. И течет по щекам вода. Течет вода. В Свете 40 она застала советскую школу. Верит только в себя, да в силу далеких планет. В детстве Света очень хотела стать Терешковой. А теперь Христом. После смены снимает скафандр свой, как кольчугу, долго в зеркало смотрит на ссадины под глазами. Сука, я же совсем не ною в твоей казарме. Сука, если ты есть, сотвори мне чертово чудо. Если б Света уснула, приснилась бы ей луна, и стояла б на ней наша Света боса, длина, так юна, что совсем не в печали. И не в скафандре. Посмотри, вот май. Тихонько бы ей сказали. И впервые, наверное, расплакалась бы она. Свет нас смотрит под ноги. Думает, одурачили. Под ногами кафель неведомой белизны. И растут из него одуванчики. Одуванчики. И повсюду они светлые, они юные, под ногами ее растут из самой луны, под ногами ее растут из самой весны. Одуванчики. 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 Значит, все спасены. Абсолютно все спасены.